Мы получили очень большой опыт от этой поездки, нам очень все понравилось. Эта атмосфера, эти люди, с которыми мы выступали на одной сцене. Во-первых, море, пляж. Ну и это была, конечно, работа, но с другой стороны, это было большое удовольствие. Погоди, вообще переживала, когда выходила на сцену? Ну, конечно, да. При виде такой большой сцены и там было столько зрителей, конечно, было очень большое переживание. Как вас встречали? Нас встречали очень бурными аплодисментами и провожали точно так же. С кем-нибудь там познакомились, пока вот фестиваль проходил? Да, мы познакомились с многими участниками, с ансамблем «Надежда». Вот. Потом мы познакомились с испанской группой «Сандра и Руби». Вот. Мы общались с ними на английском, нам очень понравилось, как они танцуют. Вот. Да, а им понравилось, как мы поем. Телефонами не обменялись? К сожалению, нет. Ну, наверное, в следующий раз. Да. Лид, я так понимаю, что ты, наверное, как помощница была маме, и тебе, наверное, тоже досталось как воспитателю, хотя это у нас еще тоже совсем ребенок, но тем не менее, вот с этой стороны сложно было с коллективом справиться, вот с дисциплиной? Нет, они меня очень дружески приняли, вот, и мне очень с ними понравилось. Я с ними вечером и на детскую площадку ходила, и гуляла, в общем, окунулась в их возраст. Ни разу не ругались даже? Они? Или с тобой, Нет, еще бы они попробовали.